Ну, несколько основных роликов. Для базовой версии тоже более чем достаточно. И будем в дальнейшем мониторить видеохостинги для того, чтобы искать, сортировать и отгребать. Но это будет связано на самом деле с организацией канала в YouTube. Я об этом тоже расскажу. Новости пока пустой раздел, файлы. Здесь по сортировке, то есть на самом деле тут каждая страница, она может быть сайтом отдельным, потому что я давно пришел уже к подобного рода верстке и организации страниц. Вот в чем суть. У нас все материалы фильтруются вот по этим тегам, и мы нажимая будем их сортировать, они будут только эти. Но их достаточно много, тем не менее. Он покинул сколько тут вообще? 4 страницы. Фитодент, один документ какой-то есть. Я выкладываю ссылку сразу сюда. Это, в принципе, конечный раздел. Он в таком виде будет присутствовать. Ну, может, мы его там, где короткие совсем описания, добавим, но уже этого не надо. Просто тут все и так достаточно. Хотите, смотрите сразу. А, вот, у нас ссылка. Посмотрите статью в формате. Ха. А я хочу, чтобы она сразу так загружалась. Мне так не надо. Я хочу, чтобы вот отсюда. Ссылки в описаниях. Их ведут на страницу записи. А не на просмотр файла по ссылке. Пу-пу-пу. Идем дальше. Значит, тут все сортировано, да, файлы, примеры использования. Ну, тут тоже какие-то примеры есть, но он будет редактироваться. Очевидно, он тут даже картинки нет одной. Применение, паста, ополаскивать, люблю. Тут везде текст. Ну, то есть вон объем контента, пожалуйста, там таблицы, можно посмотреть, все. Все, что хотите. То есть, в принципе, заливку мы закончили. Сейчас будет вот оформление, всякие пунктики, картиночки мы все настроим, чтобы там буквицы были и другие оформления текста, чтобы текст приятно читался, он был не перегружен, равномерно картинки, иллюстрации его пропитывали. Так, примеры, вопросы. Вопросы надо копить, тут только тоже пока рыбный раздел такой. Не бурной. Ну и рыбный, в смысле, не готов еще. Ну. Отзывов вообще нет. Обучение тоже какой-то пока загадочный для меня раздел. Что-то должно быть за обучение. И для врачей. Тут будет информация. Пусть он будет не виден просто. Вот в чем прикол. Он будет виден только вот после захода. Ну вот так, короче говоря. А теперь наша задача пройтись по техническому заданию. Это технические правки. Видите, сколько я за 12 дней накопил? Почти 50. И они касаются разных совершенно пунктов где-то организации. Какие-то мы отмели. То есть, ну, либо они не актуальны, либо, в общем, по разным причинам. Либо они уже выполнены на самом деле. Там надо было немножко поднастроить. Значит, наша задача сейчас пробежаться по техническому заданию по сайту и посмотреть, все ли у нас разделы работают, потому что нужно как-то заканчивать уже. Значит, с доставкой сразу смотрим, что у нас написано. Прямо по Санкт-Петербургу в пределах КАТ. О, понятно. Вот, доставку сразу мы скопируем. Было такое. Блин, надо сказать тоже, чтобы админку как-то организовали. То, что
Так, конечно, не очень хорошо. Не найти даже вообще ничего. Угу. Да, ставка с понедельника. Ну, короче, мы не будем ничего редактировать. Наша задача была просто ставить. Сейчас мы все это сохраним. Нам нужно по техническому заданию. Значит, теперь что мы делаем? Мы подчеркиваем, что это добавили. Базовая гигиена. У нас вся готова. Области применения. Это параметры продуктов. Это такая очень удобная штука. Это выбиралка. Так. И мы, сейчас я, в общем, заполню и покажу потом. Продукция. Я, в общем, сделал несколько селекторов, очень удобных. У меня один какой-то нет, все отображается. Они, конечно, частично пересекают друг друга, но это вынужденная мера, потому что люди по-разному ищут. Есть очень много, на самом деле, измерителей, категорий, по которым люди ищут эти продукты. А потом, когда мы будем подгонять продукты, мы эти пункты учтем. И продукты настроим. И они будут все по ним искаться. Это уже такая техническая работа. Но она важна. Поэтому она влияет на функционал сайта и на удобство его использования, потому что мы все время должны думать о том, как пользователи ищут что-то в интернете и как они пользуются сайтом, какой их уровень, потому что можно сделать сайты очень накрученные, но они будут непонятны. Это основная проблема сайтов, сильно накрученных. Поэтому, конечно, надо идти по пути какой-то простоты, но у нас сайт, честно, ориентирован для аудитории молодой и среднего возраста. Так. Все области продуктов мы создали. Где это будет отображаться? Показываю. О, пожалуйста, область применения. Селекторы. А потом эти селекторы все добавим. Они будут отображаться. Будет очень удобно. Но 80 продуктов настраивать, конечно, это. А то их будет еще больше, скорее всего. Значит, мы выделяем иконки. Какие у нас есть иконки вообще?
Вот у кого тут по 5, чтобы было, да, есть такие. В TP где-то было.